Нас познакомила общая подруга, и он решил приехать в Москву, чтобы мы увиделись. Вот мне привлекало то, что он очень много говорил и очень много значимого говорил, не просто так какие-то вещи. Ну вот мне зацепило то, что он настоящий. Я по жизни готовил себя только к одному love story, чтобы у меня была только одна. И я никогда не распылялся на других девушек, чтобы не дарить свою любовь попусту. И я, когда ее впервые увидел, она вот меня зацепила. Хотя это было у метро сделано, но я глазами понял, что вот я эту девушку точно должен узнать, точно должен найти ее и подготовить вселенную к тому, чтобы вся моя любовь была подарена только ей. Я готовился написать только одной девушке. Написал ей, и все сложилось так, как сложилось на сегодняшний день. Очень мудрый, он очень направляет меня к тому, чтобы я становилась лучше, мудрее. Он делает все, чтобы всем было хорошо. Она цепляет тем, что не требует от тебя того, чего ты не можешь. Она просто сподвигает тебя на то, чтобы ты смог то, чего ты не можешь сделать. И рядом с ней ты чувствуешь, что можно спокойно пройти эту жизнь, не переживать, не нервничать. Когда ты нервничаешь, она единственная, кто говорит о том, что это зря. У нее тембр голоса такой, что тебе даже не приходится нервничать. Она просто сама по себе излучает спокойствие. А я всю жизнь хотел спокойную жизнь. Хоть я делал что-то помалу, для нее это мало, она оборачивала для меня как самое большое, что можно было сделать вообще. Я за это ей очень сильно благодарен. Добрейший души человек. Я считал, что я самый добрый человек на свете, но встретив ее, я понял, что это не так. Есть люди и подобрее. Она, если верна и хочет помочь, то она поможет. И поможет тем, кто даже в этого даже не заслуживает. Она готова пойти в ущерб себе, чтобы помочь другим. Наверное, в этом мы с ней очень сильно похожи. Когда мы увиделись, я прям с первого раза увидела, что он такой улыбчивый, такой искренний, такой настоящий, такой прям свой человек. И как-то мне вот... Мне не нужна жена, мне нужен друг, который пройдет со мной все. А с первого дня нашего знакомства она дала понять о том, что она не оступится и пройдет со мной весь путь, который я выберу, именно который мы с ней решим пройти. Самым главным людям в нашей жизни. Сказать спасибо нашим родителям, ведь то, какие мы есть, это только благодаря нашим родителям. Спасибо за пример доброты, благородства, за их мудрые советы и за их советы по сей день, которые будут помогать нам в течение жизни. Родителям безмерное просто спасибо. Мы даже не сможем сказать сейчас и выразить всю нашу благодарность. Но в течение жизни мы сделаем все так, чтобы вы нами продолжали гордиться так, как вы гордитесь сейчас. А если бы не было вас, не было бы нас.